Двоих предполагаемых сторонников группировки «Исламское государство» будут судить в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщили в Следственном комитете России, они входили в состав группы, которая весной прошлого года собиралась устроить теракт в городе Пытьях. Соучастники преступления подготовили самодельное взрывное устройство, заложили его в багажник автомобиля и 25 апреля 2014 года оставили его у мечети, где в этот день было большое количество людей. Только в силу стечения обстоятельств произошла лишь частичная детонация, и, к счастью, никто при этом не пострадал. В машине нашли горючую жидкость и вещество, похожее на порох. Следствие установило, что в группе было 6 человек. В Турции они планировали теракт, в Дагестане купили боеприпасы и оружие. Потом еще обстреляли полицейских и удерживали в заложниках семью с ребенком. Четверо фигурантов объявлены в международный розыск, один из них задержан на Украине, но вопрос о его выдаче не решен.